Здравствуйте! Значит, сегодня мы с вами поговорим о изготовлении ручки для молотка. Но скорее будем разговор вести не как изготовить, а из чего. Потому что, в принципе, значит, сложности здесь никакого нету. Но вот здесь вот есть ряд молотков, значит, не все, конечно, не все. Но вот приходится так где-то работать с одним, другим, но все равно у кого-то, и, скорее всего, у всех есть любимый молоток, которому, значит, любит постучать. Ну, у кого-то такой, значит, у кого-то такой, значит, молоток. Ну, у кого-то кувалдочка, у кого-то кувалдочка. Значит, из чего, значит, в домашних условиях можно сделать молоток? Подручными средствами является. Ну, если кто-то занимается строительством, вот поддоны есть. От поддонов очень хорошо, там березовые доски, они, как правило, сухие, разрезали, и можно изготовить. Но это достаточно долго, резать надо, и прочее, прочее, прочее. Значит, вот, значит, я, как правило, значит, изготавливаю, значит, ручки из молотков. Вот есть лопаты, лопаты. Вот она, лопата поломалась, а ручек для лопат у каждого там не одна лопата. Вот поломалась, я ее не выбрасываю, вот она у меня поломалась, полежала где-то года полтора-два. Вот сейчас пришло время, сейчас мы из нее будем изготавливать. Можно вот, значит, вот была, значит, старая мебель тоже. Значит, я ее не выбрасываю, все, вот напилил, значит, ножки отпилил от нее. Вот она лежит. Тоже лет 15-20 пролежала. Надо, раз и сделали. Ну вот, начнем, значит, приступим к изготовлению, значит, молотка. Ручки для молотка. Ну вот видите, вот весь молоточек есть. Такой легкий, грамм, наверное, 200. Не тяжелый молоток. Значит, тоже давно им работали, сейчас он без ручки уже пролежал длительное время. Вот сейчас пришло время, сейчас сделаем ручку, ручку для молока. Ну вот пока без ручки можно его заправить, что вот видите, здесь забоины. На наждачке заправим, а потом приступим к изготовлению. Можно и с этой стороны тоже поправить. Но он на молотке не должно быть заусенцей. Вот он сейчас гладкий, хороший. Значит, приступаем к изготовлению. С чего начнем? Вот берем, значит, так, ну немножко надо ее остановить, наверное. Вот, чтобы не шумело. Значит, с чего начнем? Ну вот вы видите, значит, есть вот здесь заводские ручки, значит, приобретенные, значит, тоже в магазине. Вот посмотрим, значит, здесь по длине. По длине. Здесь получается, вот видите, в районе 30-29 сантиметров. Вот здесь молоток потяжелее. Вот уже 32. Уже 32. Ну вот я здесь вот сам делал, я даже не измерял. Но вот тоже у меня получается в районе 30 сантиметров. Ну, как, кому как удобно, как кому удобно. Кто-то любит подлиннее ручку, значит, кто-то покороче. Ну, где-то вот в районе 30 сантиметров. Значит, начнем с чего? Возьмем, значит, вот эту поломанную ручку. Вот попробуем зажать сюда. Опять же, тиски маленькие. Зажмется она или не зажмется? Должна, посмотрим. Сюда, наверное, тиски надо побольше поставить. Ну, нет, зажмется, скорее всего. Так, вот. Вот так, раз. Как правило, начинаем изготавливать. Можно, значит, заготовочку сделать побольше. Побольше. А потом излишки, когда мы уже прострогаем, излишки можно убрать. Так, раз, два. Берем, что делаем сейчас? Отпилим. Так. Значит, отпилили. Отпилили. Значит, теперь начнем строгать. Зажали. Молоточек под рукой находится. Возьмем рубанок. Рубанок. Раньше это я все делал простым рубаночком. Сейчас вот приобрел электрический, еще ручку не пробовал и делать. Но сейчас вот как раз и попробую.
Так вот, значит, с одной стороны построгали, и с другой стороны сейчас построгаем. И потом, наверное, маленько захват поменьше сделаем. Так, немножко поменьше сделаем, слишком многовато. Так, так, прострогали. И сразу же смотрим, прикидываем, ага, так. Ну, в принципе, будет нормально. Видите, вот так, в принципе, посмотрим по размеру. И теперь здесь по величине надо немножко тоже здесь убрать. Тоже немножко убрать. Можно это просто на верстаке делать. Но я привык уже, в часочки зажал, он как-то получше вроде. С одной стороны и с другой стороны точно таким же образом берем. Так, ну смотрим опять, а так. Ну, уже начинает обрисовываться. Обрисовывается. Немножко. Значит, электрическим рубанком как-то может побыстрее, но еще не привычно. Так, смотрим. Так. Ну уже. Почти доходит. Можно еще что сделать? Можно сделать такой вариант. Вот, допустим, вот она немножко не доходит. Взяли, допустим, на наждачке. Так, опа, переключить на розетку. Чуть-чуть заправили, подбили, и будет ясно. Ясно, значит, какой, сколько еще где снимать. Вот так вот можно брать. На наждачке поправили чуть-чуть. Вот так вот. Шумел. Так, таким образом все. Значит, уже здесь, видите, вот она уже здесь будет заходить. Можно чуть-чуть подстучать молоточком, и будет ясно, значит, где сколько еще снимать. Берем вот так вот. Вот видите, вот он уже чуть-чуть пошел. Видите, вот пошло уже, да? Значит, смотрим. Так, ну, в принципе. Уже почти пойдет. Значит, и здесь уже здесь разговор будет о том, как, значит, заклинивать молоток. Значит, что для этого я делаю? Здесь у меня здесь вот здесь приготовленные клинушки, видите, вот смотрите, вот несколько видов. Вот если просто из металла, вот клин сделанный, да, клин сделан из металла, побольше, поменьше. Ну для чего это делается? Чтобы когда вот клин забьешь, где-то, ну, чуть-чуть больше половины, чтобы заходило, да. И вот из трубки, трубчатые клинчатые клинья, вот видите, да. И здесь вот и заводские, но здесь на заводском нету. Где заводские молотки, там тоже такие же бывают клинья. Вот видите, вот заводской молоток, вот видите, тоже из трубки сделан клинышек. Ну, вот сейчас вот такие делаются. Ну, и такие, а в этих клиньях, я еще дополнительно что-то, значит, сверлю отверстие просверлил, когда забил, оно будет более качественно держаться в этом молоточке.
Ну, сейчас. А для того, чтобы клин забить, я просто его распиливаю ножовочкой. Можно не распиливать, но я вот так беру и делаю небольшой распил. Так, сейчас. Небольшой распил. Тоже не так глубоко. Вот так вот распиливаю ее. Да, где-то хватит таким образом. Вот так вот распилим. Так, здесь уже можно более качественно подстригать, потому что, в принципе, уже изготовление почти заканчивается. Немножко осталось подстригать что-то. Так, опять вот резетка одна, приходится переключать. Так, приходится переключать. Так. Опа, не ту включил. Вот так вот. Так, убавим немножко. Так. Так, ну и вот здесь можно еще пройтись чуть-чуть. Так, ну почти готово, Значит, берем этот молоточек, и молоток посолиднее что-нибудь. Вот. Здесь он, видите, большой получился, и ручка. Если, допустим, он будет покороче, чтобы он не скалывался, здесь вот тоже надо такие заправить. Но здесь вот это не надо заправлять, потому что заправлены уже. Так. Так, ну все, уже готово. Осталось что? Забить клинышек. Ну здесь вот, видите, вот, пожалуй, вот этот клин забьем. Тоже небольшой. Здесь у нас уже распил есть. Так. Достаточно получилось плотно. Если, допустим, клин до конца не доходит, да, можно что его на наждаке снять, подточить. Можно еще немножко подбить. Вот так вот. Так. Так. Ну и здесь тоже еще подбить. Так. Так, пойдет. Пойдет. Ну, теперь вот, значит, длину можем поэтому выбрать вот так где-то в этом районе. Так вот раз, это вот где-то так, можно чуть побольше. Так, отпилили, заправляем на наждаке. Так. После этого, вот мы здесь клин забили, ручку установили, здесь обработали. Ну вот видите, получается, ручка немножко шероховатая. Значит, ну, так. Значит, кто-то, значит, обрабатывает еще дополнительно. Можно стеклом по стеклом обработать и наждачкой. Я это не делаю, потому что, как говорится, руками оботрется. Все, пожалуй. Как говорится, делаем вместе с вами молотки, ремонтируем и продолжаем строить дачу, гараж, дом. До свидания, до новых встреч.